компания или начинает разворачиваться на глобальный рынок, или умрет. Коллеги, от того, как мы будем двигаться в этом направлении, кардинально зависит будущее компании. Ну и, в общем, я скажу, это один из таких принципиальных столбов для будущего и развития страны. А какие бы цели ни ставила перед собой организация, к чему бы она ни стремилась, в конечном счете мы должны понимать, кто достигает этих целей. И, безусловно, это люди. Поэтому целью данной программы есть получение пула тех самых людей, тех самых агентов изменений, которые будут двигать вперед и Росатом, и нашу стратегию, которую мы ставим перед собой, и страну в целом. Мои ожидания от программы были прежде всего увидеть взгляд топ-менеджеров Росатома на глобализацию. Каким образом они видят участие нас как профессионалов, как экспертов в этом процессе и, соответственно, чем мы можем быть полезными компании. А после прохождения программы моя деятельность улучшилась, потому что я стал понимать и координировать свои действия в своей работе уже с некой стратегией глобальной, которая существует в компании. Если бы я отбирал участников данной программы, я бы спросил их, как они готовы способствовать глобализации Росатома. На сегодняшний момент времени у нас есть все основания, в отличие от большинства наших конкурентов, для этого рывка. Нам очень важно сформировать критическую массу людей, которые действительно способны работать в глобальной компании. Наша задача – построить программу интересно, построить программу качественно, сделать так, чтобы все содержание программы, оно четко соответствовало запросу, с одной стороны, наших функциональных заказчиков, с другой стороны, наших участников программы. Но нам важно, чтобы эти люди, они понимали, что мы можем дать только технологии, мы можем дать только знания, мы можем предоставить площадку для развития навыков. Но наши ребята должны понимать, что в первую очередь мы даем возможности. Именно таких людей мы ищем. Люди, которые умеют видеть возможности, люди, которые умеют взять возможности, и люди, которые потом этими возможностями пользуются. Самое яркое впечатление, самый яркий, ну так сказать, инсайт от программы был на самом деле во время стажировок. И это там, не только у меня, но и коллег, с которых мы вместе учились на программе. В тот момент, когда мы ездили на зарубежные стажировки к нашим партнерам, это было несколько партнеров Росатома, допустим, в ЮАР это компания Иском, в Великобритании это компания Rolls-Royce, в Финляндии компания Fortum, еще несколько компаний. Вот нас делили на группы, мы ездили, смотрели, как на самом деле работает эта компания. Я непосредственно участвовала в стажировке в Великобритании в компании Rolls-Royce. У нас было 3 очень интенсивных дня, в процессе которых мы там все познакомились. И самое яркое впечатление – это наблюдение за этой организацией как за единым целым. Независимо от того, ты на каком уровне общаешься, это специалисты, это стажеры, которые привлекались, это топ-менеджмент. У людей у всех есть некая единая рамка понимания общих целей компании. If you don't have the right kind of people to do it, don't do it. Ну, мне кажется, очень важным элементом программы должно стать практическое продолжение деятельности. Если говорить об ожиданиях от программы, то это изменение отношения к самому процессу глобализации, как со стороны самих участников, так со стороны предприятий, которые так или иначе вовлекаются в этот процесс. Мне кажется, одним из важнейших результатов программы становится то, что люди понимают, что такое процесс глобализации, как Росатом в этих процессах участвует и какова их конкретных участников роль во всех этих процессах. Если бы я отбирал участников программы, вопрос, который я бы задал, верите ли вы в то, что Росатом станет лидером на мировом рынке ядерных технологий в 2020 году? Росатом, вкладывая серьезные средства в обучение участников программы, ожидает от них понимания своей роли в трансформации Росатома в глобальную компанию, ожидает от них инициации новых проектов, которые продвинут Росатом на этом пути, ожидает от них, что они начнут изменения в своих организациях. Не обязательно все участники программы оставят свои прошлые компании и придут работать в госкорпорацию. Совсем нет. Мы ожидаем, что эти участники станут такими очагами трансформации своих собственных компаний в международные, в глобальные бизнесы. Они помогут им стать более успешными и продвинуться на пути развития бизнеса на зарубежных рынках. Сейчас я работаю в проектном офисе по методологии и организации материально-технического обеспечения госкорпорации «Росатом». Благодаря обучению я поменял свой подход к решению задач.
задач любой сложности, я научился разбивать их на составляющие. И, ну, это так, навык комплексного мышления, я так это понимаю. Вот, был приобретен во время обучения, очень помогает.